Книга «Нурсултан Назарбаев. Биография» стала доступной для арабского читателя. В столице Саудовской Аравии прошла презентация издания. Автор – известный публицист, руководитель канцелярии президента Махмуд Касымбеков. Идея о переводе книги «Нурсултан Назарбаев. Биография» на арабский язык принадлежит Исламскому центру исследования имени короля Эр-Рияда Фейсала. Меморандум, заключенный между Исламским центром исследования и библиотекой первого президента, поможет странам проводить совместные научные исследования. Арабский мир – одна из самых больших цивилизаций во Вселенной, поэтому выход книги на арабском языке для нас большая радость. С принцем мы договорились об издании книги об истории казахов на арабском языке. Если планы осуществятся, то это станет хорошим результатом для нас.